Судьи готовы, спортсмены готовы. Поехали. Мне кажется, их в фильме про черепашек-ниндзя можно снимать. Поаплодируем, смотрите, как это делается. Вау! Друзья, такого даже я давно не видел. Хотя много по соревнованиям езжу. Поаплодируем спортсменам. Фантастика просто. Просто фантастика. Напоминаю, что у нас на ковре Магомедов Артур, кандидат мастера спорта по вольной борьбе. И чемпион Кубка мира, обладатель Кубка мира по грэпплингу. И его соперник Садулаев Юсуп, чемпион мира по джиу-джитсу. Фантастический уровень техники, фантастический уровень борьбы. Действительно, как на чемпионате России, не обманули. Хотя, да, чего я мелочусь, как на чемпионате мира, подсказывает. За счет обилия технических действий, которые разрешены, честно говоря, мне грэпплинг больше напоминает шахматы борцовские. То есть тут на каждый прием есть 10 пунктов приема. Мне кажется, именно поэтому я когда в детстве я выезжал на спортивные сборы, я сам занимался, нам тренер говорил, старший тренер говорит, борцы запоминают, потому что борцы запоминали, а боксеры записывают. Борцы много думают просто. Продолжается борьба. Сколько у нас времени прошло? 2 минуты поединка прошло. Друзья, еще небольшая информация. Садулаев Юсуп, помимо того, что он чемпион мира по джиу-джитсу, обладатель коричневого пояса по джиу-джитсу. Вот сейчас попытка проведения удушающего приема, треугольник, видите? Неудачная попытка. Друзья, вы каждый день такие поединки видите? Где поддержка, где аплодисменты? Это в учебнике надо такое видео носить. Опять попытка удушающего треугольника. Все. Дальше. Через 3 минуты 12 секунд победу удушающим приемом одержал Садулаев Юсуп, чемпион мира по джиу-джитсу, коричневый пояс. Ваши аплодисменты.